Главный памятник Владивостока переживает второе рождение – реставрацию. По гранитному монументу переплета пошла трещина. Разрушения не на шутку обеспокоили горожан. Памятник огородили забором, и специалисты взялись за дело. Фундамент у него в удовлетворительном состоянии. Просто под парапетными плитами устал бетон. То есть из-за того, что была нарушена гидроизоляция. То есть немножко наклонились плиты, подровняем, будет все нормально. По оценкам специалистов, несмотря на видимые разрушения, памятник держится молодцом. Повреждения не коснулись ни постамента, на котором находится скульптурная группа, ни фундамента памятника. Эти конструкции в хорошем состоянии, но проблемы появились в других ярусах – в парапете и стилобате. Весь памятник реставрировать в этом году мы не сможем. Ограничены во времени, погодными условиями. Но за этот период планируется провести ремонтно-реставрационные работы, которые касаются парапета, стилобата, фундаментальных частей и гранитных лестниц на территории памятника. Специалисты уже расшили швы, демонтировали парапетную часть и стилобат центральной скульптуры ансамбля. Реконструкция монумента закончится до зимы, но многих интересуют даже не сроки ремонта, а спектр работ. Двуглавого орла, которого топчут ноги героя, уже не раз предлагали изъять из монумента. Но модернизации борца за власть советом не предвидится. Монумент только отреставрируют. Екатерина Чернокова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.